И сегодня на традиционной пресс-конференции правительства паромное сообщение вызвало повышенный интерес. С одной стороны, государственная прокуратура не стала возбуждать уголовное расследование в связи с тендером по паромной переправе между материком и островами. Хотя два члена специальной комиссии Лиги Кого заявили, что при сделке имел место скрытый политический заказ. Прокурор счел, что приложенные к сообщению о преступлении протоколы заседания Совета Таллинского порта не подтвердили утверждения парламентариев. Министр экономики Кристен Михал нашел сегодня, что новому руководству надо дать спокойно работать. Тендер на переправу Таллинский порт выиграл на открытом конкурсе. Договорных обязательств никто не отменял. Новое руководство, пришедшее на смену подозреваемым в коррупции, должно быть готовым к плану «Б», то есть к тому, что производство новых паромов задержится. Закупка парома «Регула» — часть и плана «А», и плана «Б». В любом случае, в дополнение к четырем новым паромам нам нужен еще один запасной. Это договорная обязанность, но его можно будет использовать и вместо новых паромов. Но теперь общественность взволнована очередной новостью. Уже известно, что заказанные в Польше и Турции паромы в срок построены не будут. И 1 октября на линию в лучшем случае смогут выйти три парома. А последний польский паром прибудет лишь 1 декабря. Так что в ход должен пойти план «Б». Стало необходимым арендовать паром на стороне. Теперь стало известно, что фирма ТС «Линит» не просто арендовала, но даже купила паром «Регула» своего конкурента по конкурсу. Точная стоимость парома неизвестна. Эксперты называют цифру от 4 до 6,5 миллионов евро. Судно было построено в 1971 году. Но в Министерстве экономики считают приобретение столь старого судна вполне оправданным. Еще раз. На линию должны выйти четыре новых парома. «Регула» — лишь запасное судно. И если рассуждать логически, то есть с точки зрения финансов и экономики, то лучше купить дешевый паром. Ведь он будет стоять. Но он отвечает всем необходимым требованиям, в том числе ледовому классу. Но порту все равно есть над чем поработать. Министр также заверил, что к середине августа предприятие «Таллинский порт» должно представить полностью готовый план «Б». К этому времени должно быть известно, сколько реально новых паромов сможет выйти на линию с 1 октября. Специалисты не исключают, что самый черный сценарий – лишь одно новое судно. Тогда у Вячеслава Леда придется арендовать еще два парома. Договор с «Таллинским портом» предполагает очень жесткую материальную ответственность за срыв графиков. Однако, как считает Министерство экономики, платить эти деньги будет не налогоплательщик, а сам порт. В дальнейшем эту сумму он сможет взыскать с кораблестроителей, не сумевших выполнить заказ в оговоренные договором сроки. Так что к судебному процессу о коррупции в порту могут добавиться еще несколько разных процессов. Владимир Михалков, Вячеслав Скалецкий, Первый Балтийский канал.